куча всяких яхт, очень большое яхты, корабли какие-то, так скажем, причал такой очень большой, красивый. Ну вот, прилетел в Италию, здесь тепло, 28, жара, не то что у нас на Урале и в Москве, хорошо. Выставочный центр. Решил прогуляться от отеля пешочком. В принципе, недалеко. И достаточно комфортно добраться. Вид, конечно, здесь красивый. Горы достаточно такие немаленькие. Их тут плохо видно сдалека. Вот. Отлично. Погода супер. Ветерок, жарко. Не то, что у нас на Урале сейчас, и в Москве также.